Всем доброе утро. Друзья, карантин так карантин, а работать надо, поэтому едем. Едем, работаем. Вот живем, живем, как и жили. Только предохраняемся. Но мне почему-то все время больше и больше кажется, что это чей-то проект каких-то фармацевтов. Но ничего. Как говорила моя бабушка, все переживем. Главное быть оптимистами и не болеть. Вот покажу вам наш карантин в Днепре. Как люди. Ну вот один мальчик, кстати, пошел. Мальчик пошел, видите, все-таки в маске. Некоторые ходят. Девочка идет в моднячей маске. О, идет девочка. Не знаю, видите, нет, потому что я не знаю, как я показываю это все дело. О, вот еще женщина идет. Ну, вчера их намного меньше ходило здесь. А сегодня ходят в масках. Ну, прямо же удивительно. Может быть, все-таки к ним. Ага. Может быть, все-таки люди начинают понимать, что жизнь дороже, чем вот эти всякие амбиции. Маску не одену и так далее. Поэтому я считаю, что все-таки лучше одевать маску, друг на друга не дышать и быть здоровыми. Вот тоже сейчас, да, люди садятся в машину и тоже в масках. Вот вчера, конечно, несмотря на то, что был карантин, здесь полным-полно было госслужащих. Я даже удивлялась, говорю, для всех карантин. Вот. А державні служби у нас самі необхідні. Тому вони працюють, їх ніхто. Вони самі необхідні, без них абсолютно ніяк, ви розумієте? Аби ще ми толк від них бачили. Сьогодні не випівають. Нет, випівох. Вчора один так набрався, що я не знаю, вижив він чи ні. От. Ну, працюємо, поїхала я тоді. Всем пока-пока. Поехала. На улице солнышко. Да, похолодало, конечно. Похолодало. Такой вот морозный воздух у нас. Я думаю, передавали, что это пришел арктический воздух на каких-то, на неделю буквально. Вот. А потом опять все-таки придет к нам весна. Будут чуть дольше абрикосы, значит, цвет на абрикосах чуть дольше продлится, провисит, да. Вот больше нас абрикоски порадуют своими прекрасными цветами. Абрикоски в смысле деревья. Вот, так что, ну все, поехала я тогда. Поехала работать. Всем пока-пока. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Вечером зайду в прямую трансляцию. Пообщаемся. Забыла, можно же снять. Я сама в машине. Сама в машине могу снять. Все, всем пока-пока. Счастливо.